Тут нам опять посылочки прикатили с Китая. Сейчас мы их взломаем, посмотрим, что нам там подогнали наши братья китайцы. Это утиль. Так, еще начнем, давай по порядку. Тут у нас, не знаю даже что, но по-моему стекла на телефон. Сейчас посмотрим. Точно. Так, убираем. Да. Хорошая у него защита. Следующая. Приварили. К упаковке приварили. Вот такой чехольчик. Два силиконовых. Ну, по крайней мере, они в три раза дешевле, чем у нас в магазине в ДНС. В три раза дешевле. Лучше подождать с Китая месяц, чем покупать здесь. Тут оно с окантовочкой. Такое стеклышко. Тут вот клей еще есть под края, под край стекла заливается клей, и он как-то там сглаживает все эти. Ну, в интернете есть, можно посмотреть. Все на месте. Так, вот это вот мне еще интересно. Тут. Почему отпало-то? О, ёпта. Третья. Не третья, а какая по счету уже. Здесь у нас флешечка. Сейчас покажу, что они сделали. До 64 мегабата. Или как там, гигабата, гигабайта. Ну-ка, иди сюда. Читайте. Что тут написано?
Анатолию Масалову, с Новым годом. Это я сам себе подарок сделал, оказывается. Вот такой. Ёкаламэнэ. Ну ладно. Кстати, тут еще фишка. Вот такая вот. Для обыкновенного телефона. А тут для Type-C. Вот такой это скандал есть. Так, кстати, о возвратах и спорах. У нас там наушники немножко с косяками были и стекло. Вот они, возвраты и споры. Вот это стекло у меня. Оно чуть-чуть коротковато было. Я открыл спор. Покупатель оплатил заказ, продавец отправил заказ, и покупатель создал спор. Вот стекло чуть-чуть не хватает до края. Все. Я доказал им. Вот видно, да? И все, я у них забрал 119 рублей. Алиэкспресс поработал над решением и решил возродить мне мои денежки. Все. Деньги я за это стекло получил. Следующее. Вот наушники. Которые там у них отвалилось кое-что. А вопрос, опрос о споре. Возврат 442 рубля. Я доказательства им отправил. Вот, продавец отправил товар, я получил товар, и я создал спор. Заплатил я за них 884 рубля 25 копеек. Проблем с доставкой нет. Служба экспресс, Алиэкспресс добавила решение. Возврат половина суммы, 442 рубля. Ну и ладно, я и с этим согласен. Половину вернули. Так что, когда приходят посылочки, надо их записывать на камеру, в распаковку. И если какие косяки, отправлять им. И все. И возвращать. Это у них как суд. Не такой, как, конечно, у нас. У них покруче суд. Там, если что не так, так их там быстренько к стенке ставят. Ну, вот такие вот дела у нас. Теперь всем пока.